Все, я залила глаза и теперь готова рассмотреть всех спонсоров и содержанок. Какой должна быть женщина, чтобы нравиться богатым мужчинам? Она должна быть бедной. Конечно, она должна быть неотразимой. Это понятно. Сиять, например. Вот я сияю сегодня. Да, она должна сиять. Мне кажется, прошла мода на женщин для слабовидящих, когда вот губы, грудь. У мужчин многих появляется еще потребность не только в красоте женской, но и в интеллекте. Просто быть очень красивой, очень себя любить. Ебать от себя. Ну, вообще в ваших вопросах получается, что мужчины какие-то совершенно безвольные, бесхребетные существа. На самом деле так и есть, поэтому, девочки, милые мои, хорошие мои, вам ничего не стоит заманить любого среднестатистического богатого мужчину в свои сети. Как вы думаете, содержанки – это профессия? Ну, наверное, для кого-то это вполне может быть профессией, да. Походу, да, уже скоро в России это станет профессией. Ой, содержанка – это очень сложно. Мне кажется, это очень сильные женщины должны уметь так. А если это профессия, содержанка, то какое у них рабочее место? Сделайте, пожалуйста, общий план помещения. Я на рабочем месте. Но мне кажется, это женщина, которая много занимается собой, проводит много времени в салонах. Где угодно, конечно же. Потому что никогда не знаешь, где ты можешь найти деньги. Ой, знаете, люблю роскошную жизнь. Рояль, шампанское, красивые люди и картина ТВ, где в видеотеке «Старт» можно посмотреть второй сезон «Содержанок». Сверху, Ксения? По-разному. Мне кажется, разнообразие всегда прекрасно. И главный вопрос, кто же сверху? Мозг. Это хороший вопрос. Вопрос, который мы хотим задать. По очереди. А мужчины могут быть содержанками? Ну, конечно. Мне кажется, как раз сейчас время именно такое. Может ли быть мужчина содержанкой? Так, сейчас, секунду. Я не консервативный чувак совсем, но я бы лопатой бы закопал, конечно, такие все. Дарья, а по секрету, вы здесь уже видели содержанок? По секрету, я, поскольку креативный продюсер, я видела гораздо больше, чем здесь. Я видела все, что было снято. Как быть содержанкой, я так и не поняла, но хорошо, что у нас с вами, зрители «Картина ТВ», есть лайфхак. Второй сезон сериала «Содержанки» в видеотеке «Старт».